Всем доброго дня. Хочу поделиться маленьким рецептом, который придумал сам. Оно похоже на харчо, но чуть-чуть по-другому. Готовится в духовке, в глиняных блюдцах. Чайная ложка масла добавляется. Потом ингредиенты идет оливковое масло, чайная ложка, мед, чайная ложка. Соевый соус, чайная ложка, свежий чеснок, зубчик или сушеный чесночка. Идет гвоздика, пары стебель для одной порции, щепотки соли, перец черный молотый по вкусу, базилик. Потом понадобится один перец болгарский. Помидор сладкий, один тоже. Поллуковицы, морковь, одна. 200 грамм мяса. 4 картошки нам нужен будет среднего размера. И 50 грамм зелени. Начинаем с вами собирать наше блюдо. Итак, кладем сперва мясо, разложили по глиняным тарелочкам. Так, теперь раскладываем перчик и розовый помидорчик по блюдцам. Далее раскладываем лук с морковью. Так, теперь добавляем нашу приправу. Вот уже одну добавили в одно блюдце. И смотрите, после того, как вы добавите полностью приправу, добавляйте 30 грамм водички. Почему так мало? Потому что овощи будут выделять сок в процессе приготовления. Выкладываем картошечку и поверх картошечки добавляем свежий укропчик. Мы это делаем сразу, добавляем его в блюдо, потому что он выделяет такой свой пикантный вкус. Накрываем фольгой, помещаем в духовку на 45 минут под 200 градусов. Ну вот, мои хорошие, прошло ровно 45 минут. Достали мы наши глиняные тарелочки, сняли фольгу. И посмотрите, какая красота у нас получилась. Аромат безупречный стоит. Настолько вкусный супчик. Изумительный. Наподобие харчо. Готовьте, пробуйте. Вот по такому рецепту. Вот еще люблю делать с сыром. То есть, когда уже супчик хорошо протомился под фольгой, мы берем и на терочке любой сыр, который у вас есть, натираем сверху. Ой, получается еще насыщеннее и вкуснее вкус. Попробуйте так.